Ну, мне кажется, эта встреча крайне была важна. Во-первых, она важна с точки зрения Асада, который своим приездом он заявил всему миру, что вот президент Путин, он действует легитимно, и все наши войска и все наши действия крайне легитимны, в отличие от всех остальных, кто просто там прилетает и бомбит кого хочет. Вот. А Асад этим лишний раз доказал, что все, что мы делаем, это правильно. Это правильно для сирийского народа, и это очень выгодно нам, поскольку ну, мы понимаем, что на Сирии, в Сирии решили создать огромную базу. Вот когда-то Гитлера создавали, он же не на пустом месте вырос из разрушенной Германии, да, а в него было влито очень много западных денег. И он вот вырос, ему отдали потом там, кусок Австрии, там, Чехословакии. Вот. И он пришел к нам. То же самое, вот ИГИЛ постепенно хотели привести к нам. Это ж вот сейчас мы слышим там 500, там 600 вылетов, там, или там разбомблено огромное количество складов. Там. То есть вы представляете, какая инфраструктура там, сколько там различных этих баз террористических, где готовят боевиков. Под какой идеей, неважно. Главное, против кого дружим. И если американцы там столько лет ничего не могут сделать, а это государство только растет и разрастается, как они не побомбят, так у них оказывается и оружие, и все остальное, то мы сразу понимаем, кто этим руководит и кто за этим стоит. И, естественно, нам лучше, чтобы вот все те, ну, не очень, скажем так, умные, и далекие люди, которые пошли в это, за это исламское государство, так называемое, понятно, что там работает мощная идеология. Да, снимаются ролики на уровне Голливуда, и все это отмечают, что там насколько хорошая постановка. То есть сюда влиты не только финансы, сюда влита интеллектуальная собственность. И мы подозреваем, ну вот кто у нас сейчас вот хорошо владеет этим, да? Где у нас фабрика грез, самая основная мировая? Мы все это понимаем. Это абсолютно очевидно. Да, и идеология тоже на фоне чего она произрастает. Понятно, что много людей, да, которые чем-то недовольны, хотят справедливости и так далее, да, создается некая идея. Но куда она направлена, эта идея? Ради чего? Да, они же не ради справедливости на своей земле. Они хотят эту справедливость, как они подразумевают, воплотить уже и против России, и туда, и сюда. Ну, опять, вот если я хочу, чтобы у меня в доме было хорошо, я вот навожу порядок у себя в доме, там что-то меняю и так далее, да? Но они же хотят сделать порядок у соседа, хотят сделать порядок в других местах, где их, по идее, не касается. То есть я понимаю, что это нужно не им. Эта задача поставлена не ими самими, самим себе, а кем-то другим, кто дает им эту возможность и дает им произрастать, дает возможность продавать эту нефть и так далее, дает оружие столько, сколько им нужно. Сколько сейчас вот разбомблено, мы только сейчас понимаем, какая большая эта организация. И то говорят, что, ну может быть, половину мы еще только сделали, но еще предстоит много и много. Вот. Опять же, как они себя ведут по отношению к тому, что постоянно звучат предложения. Давайте, если вы против ИГИЛ, давайте, помогайте, говорите, куда бомбить, мы сделаем все. Нет, мы не хотим, мы не с вами. Что это за детские разговоры? То есть они себя настолько обнаруживают, они настолько показывают, кто они и что они, что ну, очевиднее уже некуда. Да, тут же этот Боинг... запустили информационную эту атаку, да, с Боингом, там все эти подставные нидерландские экспертизы, которые ну, вообще никуда не годятся. И весь мир согласно кивает и говорит, ну да, вот мы не можем ничего сделать, есть большой самый наш брат, и куда деваться. Вот. Но мы обязаны себя защитить, и в Сирии это наш форпост. И вот те боевики,
которых мы не сможем отследить, когда они сюда приедут. Они выглядят как мы, они говорят на нашем языке, да. Вот было бы лучше, если бы они остались там, на своих этих базах и там под большими плитами. Вот. И это самое лучшее решение, потому что воевать с ними здесь – это крайне тяжело и крайне опасно. Тем более, что они несут не только там разрушение, они несут свою идеологию, вредную и разрушительную. Потому что да, у нас много религиозных конфессий, ислам – одна из них, и мы всегда жили дружно и замечательно. А они создали изначально враждебную идеологию ко всему остальному и даже к самому исламу. И теперь пытается ее к нам внести на крыльях вот этой идеи исламского халифата, которая, ну вот, когда-то большевики тоже была идея замечательная, да, и крестовые походы тоже, и идея справедливости, равенства, братства и христианства по всем местам, куда бы ни ступила нога крестоносца, тоже идеи замечательные. Но вопрос в том, ради чего и куда они направлены, вот в чем проблема.